Добрый день, дорогие коллеги. Поставьте плюсик, если вы меня видите и слышите. Спасибо за... Добрый день, да. Спасибо за обратную связь. Образовательная платформа Юрайт рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Сейчас у нас в гостях Вадим Гластков, генеральный директор ООО «Развитие». И он будет нам представлять свою разработку. Но прежде чем я передам ему слово, позвольте рассказать о наших новостях, новостях Юрайт. Напомню, у нас продолжает работать Юрайт Академия, серия онлайн-курсов. Среди них есть как общий курс для повышения цифровой квалификации, современный преподаватель смежного обучения, автор цифрового учебного контента, современная цифровая библиотека, так и отраслевые курсы, методики и тренды аграрного образования, инженерно-технических дисциплин и другие. Курсы Юрайт Академии постоянно обновляются и добавляются. Стоимость общей программы повышения квалификации – 500 рублей, стоимость отраслевой – 1000. Важное нововведение. У нас заработал сервис «Комплексная подписка преподавателя». С помощью него преподаватель или репетитор может купить курсы и учебники для своих студентов, если у образовательного учреждения нет подписки на Юрайт. Это еще один очень удобный вариант для доступа к платформе. Стоимость одного курса составляет всего 1000 рублей за преподавателя и 100 рублей за каждого студента. Доступ к курсу и учебникам будет открыт в течение полугода. У нас также действуют сервисы, как шаблон рабочих программ, конструктор гибких курсов, умное тестирование, разные виды поиска и многое другое. Недавно был запущен сервис задания, комплексный инструмент оценивания и дополняющий коммуникацию преподавателя со студентами, не предполагающий автоматической проверки студенческих работ. Появились также новые функции Юрайт экзамена. Ссылки на все ресурсы и мероприятия, которые я озвучила, я добавлю в чат. Если вы хотите воспользоваться каким-либо сервисом Юрайт, но не знаете, как сделать это или с чего начать, то специально для вас раз в неделю мы проводим горячую линию тьюторской поддержки, на которую можно получить ответы на все интересующие вас вопросы. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы есть в разных соцсетях. Это и Facebook, и Одноклассники, и Instagram, и теперь даже TikTok. Обещаем делиться самыми важными и свежими интересными новостями об образовании. Коллеги, делитесь вашим опытом, обязательно задавайте вопросы. Именно для этого мы работаем, проводим для вас вебинары. А сейчас я хочу передать слово нашему уважаемому спикеру. Хорошего всем вебинара! Добрый день. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсы, если меня хорошо слышно. И я оставил в чате вопрос. Кто вы? То есть очень важно понять, вы преподаватель, студент медицинского колледжа, медицинского университета, или вы просто любопытствующий и любитель анатомии. Меня зовут Вадим Гластков. Я заявил тему «Взгляд дилетанта», потому что я скорее производитель и бывший преподаватель, но я гуманитарий. Я вам постараюсь... Спасибо большое за ответы. Я вам постараюсь коротко, сжато дать самое главное о том, что я могу знать и что знают наши коллеги, преподаватели, которые входят в рабочую группу. А вы, соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, сразу, не дожидаясь окончания презентации или окончания моего вещания. Я сначала небольшую кратко заявлю об истории, потом расскажу о том, как использовать наш продукт в высшем образовании. Потом покажу немного интерактивный стол, интерфейс, расшарю экран. Пожалуйста, еще раз говорю, пишите, задавайте вопросы. Если останутся вопросы позже, у уважаемых организаторов останутся мои контакты, можно будет выйти напрямую и задать их в WhatsApp, Viber, Telegram. Сейчас, одну минутку. Давайте сядем. Наш продукт создавался 6 лет назад как продукт, который
создавали медики для медиков. Это Самарский государственный медицинский университет в содружестве с Сеченовским университетом и университетами России создал аналог продукта, который сейчас известен как интерактивно-анатомический атлас. Их сейчас достаточно много. Это и мобильные приложения, какие-то столы, которые производятся за рубежом в странах СНГ. Но 6 лет назад их было не так много. Главная цель была не попытка заменить трупный материал в условиях, когда вышел закон о том, что теперь нет возможности, который препятствовал появлению трупного материала на кафедрах. И наш продукт – это всего лишь дополнительный образовательный инструмент для преподавателя, который помогает им наравне с учебниками, наравне с препаратами использовать в своей учебной деятельности. Мы предложили рынку не просто стол, мы предложили комплекс. Сейчас он выглядит вот так. Порядка 100 образовательных учреждений России его используют. Среди них есть Ивановский, Барнаульский, Архангельский, Петропавловск-Камчатский, Амурские медицинские колледжи, ну и, соответственно, достаточно большое количество вузов. То есть это более 100 столов, которые мы не просто продали, а мы постоянно общаемся с клиентами, стараемся, чтобы продукт был действительно пригоден и использован в учебном процессе. В нашем продукте используется в качестве базы анатомические атласы Синельникова, Большакова и Колесникова. Это, по сути, российская методика подготовки специалистов, но мы показывали наш продукт за рубежом, и мы сейчас активно выходим на рынок за стран Европы и Азии, продали стол в крупный университет Ханоя и продали стол в университет Люксембурга. Сейчас ведем переговоры с Францией. Что у нас в атласе? Атлас состоит, по сути, из двух частей. Я потом подробно опишу это все, не опишу, а покажу в интерфейсе. Но сейчас кратко. По сути, это анатомия человека, курс, который ведется в колледжах для уважаемых представителей колледжей. Анатомия, физиология человека. Отдельно есть вкладка топографическая анатомия, оперативная хирургия. Небольшим анонсом данные заболевания, в основном при хепатозах органов, и данные лучевой диагностики. Внутри системы есть также небольшой модуль проверки знаний. То есть вы, в принципе, можете показать, рассказать, попросить повторить и тут же посмотреть уровень остаточных знаний. Значит, для преподавания у нас продукт используется в вузах и колледжах. Используется атлас не только на столе, но и он используется на дополнительных периферийных устройствах. Стол можно подключать к плазме, к вертикальной стене. Со стола можно раздавать данные на ноутбуке. Можно отдельно поставлять эти ноутбуки. Я сейчас, если вы позволите, покажу вам ролик, короткий, небольшой, с опытом использования стола в университетах. По колледжам есть подобные, но я, к сожалению, сейчас не смогу показать, не подготовился. Одну минуту. Так, ролик не слышно. Одну минутку. Ну, давайте я буду сопровождать его, собственно говоря, тогда своими комментариями. Значит, мы подготовили в содружестве с Смоленским госмедуниверситетом и Сеченовским университетом небольшую аннотацию, как можно использовать интерактивный анатомический стол в учебном процессе. Сейчас на экране длинная модель стола, у нас их две. Короткая, как правило, покупается в школы, колледжи, длинные в вузы. Отличие в основном только в размерах, функционал остается тот же. Мы использовали метод 3D-моделирования органов, тут порядка 5000 объектов, все они имеют наименование, описание. Их можно выделить, их можно удалить. Здесь в Смоленске и в
Москве. Мы снимали ролик о том, как используется продукт во время решения клинико-анатомических задач. То есть ребятам не просто дается виртуальный труп, а им дается возможность решить ситуационную задачу, с которой они столкнутся. Сначала это простые задачи, которые показывают, как, например, зная топографию пищевода, можно диагностировать какую-то патологию. Самые простые вещи. Я сейчас составлю показ. Мы подробнее остановимся на всех экранах, которые вы можете сможете по ним задать вопросы. Я хотел показать вам еще, вернее, не показать, а обратить внимание на то, что мы не продаем дорогую игрушку. Мы даем возможность помимо стола использовать лицензии. Это возможность установить преподавателю на свой ноутбук или в компьютерном классе колледжа или университета лицензию и демонстрировать анатомический атлас на своем рабочем столе, независимо от того, есть доступ к нашему анатомическому столу или нет. Ну, то есть, например, мы продавали стол, поставляли стол в университет Амура в Благовещенск, в Амурском медколледже, я прошу прощения, медицинский колледж, в Амурском медколледже стол стоит на кафедре. Там преподают анатомию и курс анатомии и физиологии. Одновременно разместили лицензии в музее анатомическом, и там на экране есть возможность также проводить занятия. Плюс есть флешки, которые преподаватели могут использовать самостоятельно. То есть делается это вот примерно так. То есть устанавливается флешка в локальной сети колледжа и дается удаленный доступ к рабочему столу. Ну, технические моменты я упущу, я сейчас опущу, если необходимо, я потом расскажу отдельно о них. Но смысл в следующем. Студенты, преподаватели имеют доступ, удаленный доступ к, по сути, к интерактивному анатомическому столу. Сейчас есть помимо столов более доступное решение для колледжей. Мы собрали вот такую анатомическую стойку, она такая же подвижная, функционал все тот же, просто для колледжей немножко проще. В поставку также ходят сетевые ключи, также ходят лицензии для компьютера. Продукт мы готовили к экспорту, поэтому он проходил регистрацию, он зарегистрирован, и сама программа зарегистрирована, и наш логотип, и мы прошли сертификацию международную СИЕ и декларацию по отсутствию вредных веществ. То есть наши столы сейчас в последнее время также востребованы в медицинских классах московских школ, и их активно предлагают в центрах для одаренных детей. Недавно была поставка в Академию талантов Санкт-Петербурга. В прошлом году была поставка в фонд «Золотое сечение» в Екатеринбурге. Ну, то есть этот стол не требует отдельного разрешения, он не является медицинским изделием, и он достаточно, ну, достаточно часто используется в учебном процессе в школах. Если отдельно потом будет интересно, я расскажу о том, как используется продукт в проектной деятельности, в мастер-классах и на уроках. Производство у нас располагается в Москве, а тут же мы организуем логистику в любую точку и приезжаем, чтобы провести обучение. Никакой установки стол не требует, потому что стол – это стол и шнур. Шнур включаете, кнопку нажимаете, стол работает. За последнее время к нам не обращались с поломками, ну, наверное, года два уже. То есть там ломаться нечего. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, а я потихоньку пока перейду к интерфейсу нашего анатомического атласа, чтобы показать вам какие-то небольшие сценарии работы. Анастасия, всем ли видно экран, всем ли виден атлас? Если вдруг не видно, поставьте минус, пожалуйста, в чат. Вот, спасибо. По сути, у нас интерфейс состоит из основных трех блоков меню. Внизу это слои человеческого тела. Это послойное строение.
Можно работать с каждым слоем отдельно, либо выключить все слои и работать только с одним. Детализация достаточно высокая, несмотря на то, что это 3D. Поэтому реалистичность проверена не одним десятком анатомов. Синтопии, голотопии, скелетотопии, все это проверялось преподавателями с большим стажем не только Москвы и Петербурга, но и регионов. Мы, когда готовим свой продукт, обязательно предлагаем его для критики всем преподавателям, которые интересуются. Помимо послойного строения, есть у нас строение по системам. Точно так же можно отключать и выключать любую систему, работать с отдельным объектом. Все объекты анатомии у нас имеют наименование, описание. Вот здесь есть меню, и в этом меню есть возможность ребятам показать небольшую аннотацию. Есть возможность показать внутреннее строение объектов и сегментное и долевое строение органов. Но если необходимо с этими сегментами поработать, то можно выбрать режим сегментации. Вот здесь вот справа есть меню. Я не буду углубляться, но это меню, по сути, рабочий инструмент преподавателя для того, чтобы проводить так называемые виртуальные, ну, наши называют преподаватели виртуальное препарирование. То есть мы можем выбрать кнопку, которая заменяет скальпель, удалить доступ. Допустим, отдельно по долям. И, например, открыть доступ к сердцу. Если раньше я вам показывал, это были сегменты, которые нельзя было, с которыми нельзя было работать, то удалив отдельные доли сердца, можно работать с каждым объектом, увидеть внутреннее строение сердца. К каждому объекту у нас есть возможность, ну, те же панхематозные органы, к ним можно посмотреть, их можно увидеть с кровеносным руслом, можно посмотреть иннервацию этого органа, а если его скрыть, то увидеть внутреннее строение. Преподавателю не обязательно использовать на рабочем столе или в своем атласе на ноутбуке сцены, которую нужно постоянно создавать для групп студентов. Можно вот эту сцену подготовить, и у нас есть функция «Сохранить сцену». Вы можете выбрать любую название, выбрать часть тела и сохранить. У вас вот здесь справа есть кнопка, она называется «Мои сцены». Я могу к ней вернуться в любой момент. Помимо моих сцен, здесь есть уже предустановленные сцены, которые вы можете использовать на своих занятиях. Ну, например, по системе скелета можно посмотреть отдельно подготовленную сцену «Полость носа». Одну минутку. По-моему, у нас с каналом что-то. Сейчас я проверю, как загружается атлас. Перезагружу атлас, чтобы не было подвисания. Все-таки из-за канала что-то происходит. Сам атлас весит немного, то есть это порядка 6 гигабайтов. Мы сейчас создали версию легкую для мобильных устройств. Есть возможность использовать его для мобильных устройств, для ноутбуков и планшетов преподавателей. Я вернусь к показу. Пожалуйста, если какие-то вопросы, задавайте.
Вот стартовый экран нашего интерактивного стола. То есть для изначально, как я говорил, стол создавался для медицинских высших учебных учреждений, поэтому здесь деление на анатомию человека, нормальную анатомию и топографическую анатомию. Сам продукт достаточно быстро загружается, но вот иногда может из-за канала что-то происходит. Я хотел вам показать работу со сценами. Есть готовая сцена, которую вы можете использовать. Здесь есть небольшой объем. Мы отдельно не готовили отдел, блок, посвященный стоматологии, но здесь есть внутреннее строение зуба, здесь есть коронки молочных зубов. Это для тех, кому, ну, для того специалитета, который требуется. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь объекты расположены горизонтально, просто я их разместил так, как они размещаются у нас в столе. А это, ну, как бы аналог обычного диссекционного стола. В версии для ПК объекты размещаются вертикально. Ну и, соответственно, можно посмотреть строение, внутреннее строение зуба. Справа дано меню. Здесь можно пробежаться отдельно по описаниям объектов. Все объекты даны не только на русском, но и на латыни. Если у вас есть студенты-иностранцы, то для них есть возможность показа на родном языке. У нас есть переведенный английский, сейчас готовится французский. Ну или вот, например, мелкие объекты, которые нельзя посмотреть в атласе, это, например, нефрон. При изучении анатомии почки, ну, он может быть полезен. Помимо сцен, которые предустановлены, вы можете вернуться к своей сцене, она у вас сохранена, можете перенести ее, используя функционал нашей системы, себе на флешку и дома на ноутбуке доработать эту сцену, чтобы ребятам принести и показать ее уже в отработанном виде. Ну, например, я могу посмотреть вот органы чувств, строение глаз. Я хотел обратить ваше внимание на то, что наши объекты, они все разные, и все зависит от того, как сам преподаватель подготовит сцену. То есть важно, чтобы вот эти сцены, которые здесь у вас вы создавали, и как у нас сейчас создают преподаватели, им можно меняться, их можно будет раздавать студентам. Студент потом может у себя на мобильном устройстве их дома посмотреть и закрепить полученные знания. Если вдруг сцена на занятиях не нужна, достаточно сбросить все и снова вернуться к телу 3D анатомии, с которого вы начинали работу. Если же вы переключались и готовили какую-то сцену еще, изучали, например, анатомию руки, кисти, показывали иннервацию, говорили о том, что здесь проходит запретная зона канавала, выделяли нервы, окрашивали их, показывая иннервацию, или отключали мышцы и добавляли только артерии. Вот эту сцену я также могу сохранить. Если мне нужно было вернуться к сцене, которую я сохранил раньше, я снова вызову ее, и она снова появится. Если помните, мы смотрели внутреннее строение и кровоснабжение печени. Есть у нас несколько блоков, о которых я заявлял ранее. Это возможность посмотреть патологию органов. Но тоже печень, например, можно сравнить. И посмотреть, у нас есть режим сравнения, сравнить ее с патологиями. Здесь всего порядка 40 патологий. Мы не замахивались отдельно на большой атлас 3D патологии, поскольку их существует масса. Но мы заявляли некоторые объемы. В основном это паренхиматозные органы. Если часть из них имеет, в том числе не только, можно посмотреть внешнее проявление патологии, но и, например, снимки из гистологического препарата. Немножко у нас подгружается слабее через этот канал. Я поэтому прошу прощения. Стол так не работает, и ПК так тоже не работает. Все гораздо быстрее. Это одно из проявлений цирроза внешнее. Можно посмотреть описание. Можно посмотреть снимки из гистологических препаратов.
Точно так же можно сравнить не просто там норму с патологией, а посмотреть норму с нормой. Вот здесь есть переключатель, мы можем сравнить два самых парных, самых и одновременно самых непарных частей органов. Сравнивая легкие, показывая в том числе гистологию, у них, правда, будет одинаковая, потому что это оба объекта в норме. Но, во всяком случае, здесь можно говорить о том, почему эти два одинаковых, казалось бы, органа устроены несколько иначе, отдельно, и они отличаются. Отдельно есть модуль диагностики. Можно посмотреть снимки УЗИ, КТ и МРТ. Например, вызвав МРТ, можно показать ребятам, конечно, в колледже, для колледжа это избыточный материал, а для студентов медицинских вузов есть отдельный предмет, предметная область, где нужно гораздо больше, чем в нашем столе, количество диагностического материала. Но это хороший анонс даже на занятиях по анатомии. Вот здесь, вот, по сути, на снимке нет разметки. И для того, чтобы ребятам было проще, они могут подготовить сцену, взять только конкретно один объект и, удалив оболочки, показать внутреннее строение мозга. Я повторяю, все объекты здесь имеют номинование, описание. Можно их выделить, окрасить, обратив внимание на конкретное строение. А вот эта линия, по сути, среза, который используется при проекции. В УЗИ у нас есть возможность тоже небольшое количество данных. Для мужской модели, это основные модели, это в основном исследование парахематозных органов. Для женщин есть еще исследование матки и яичников. Там используются внутренние датчики. Чтобы ребятам было наглядно, можно просто удалить кожу, показав проекцию на между 9 и 10 ребром, удалить плевру и показать локализацию датчика, чтобы было понятно, каким образом можно увидеть, нащупать в теле селезенку, используя аппарат УЗИ. У нас есть также проверка знаний. Я ее отдельно сейчас не готовил. Преподаватель может использовать тесты, которые подготовили преподаватели других вузов. Мы их можем скачать, перенести. Но, как правило, используют самостоятельно свои. Сейчас я вам покажу, каким образом можно быстро подготовить небольшой срез знаний для группы ленивых студентов, например, по окончанию занятия, когда подходит к столу группа, и они могут быстро ответить на какие-то тесты. Ну, ведем какой-то тест. Я не буду писать все вопросы. Мы создаем новый тест. Он добавляется в список, сохраняется в вашем столе. Можно ввести вопрос. Вопросов у нас 7 типов. То есть ответ может быть правильный один, может быть много правильных ответов или показ на модели. Например, задача показать на модели то, что проходило сегодня. Где находится там, выберите на модели, и пусть будет это, студент должен найти, например, ключевидный отросток. И это будет верный ответ. Второй вопрос, например, какие органы относятся, допустим, к теме строения черепа. И предположим, что вес вопроса этот легкий или сложный, допустим, он будет сложный, и ответов будет много. Корректный ответ будет 1, 2. Неверный ответ будет 3 и 4. Таким образом, у вас простое рабочее окно для составления вопросов, которые добавляются, вы их видите, можете менять, можете редактировать или можете пройти и в список тестов и раздать его ребятам. Uh,
Например, вопрос первый, где находится на модели мечевидный отросток. То есть студент должен подготовить сцену, открыть слой или систему скелета, или слой. Он должен найти объект и указать правильно, да, этот или нет. Подсказок здесь, конечно, уже нет. Предположим, он сказал «да». В вопросе номер два у нас был первый, второй ответ правильный, третий, четвертый неправильный. Ну, предположим, он тоже знает ответы и тоже отвечает правильно. Система на основании верный, неверно и сложный или легкий вопрос выставляет ему автоматические баллы из 100-бальной системы, ну и, соответственно, ставит 5 или 2. Для более сложных, вернее, для высшего образования у нас существует в том числе в анатомии человека возможность посмотреть анатомические структуры костей, выбрав систему скелета, например, тазовую кость, можно посмотреть анатомические образования тазовой кости. Сейчас готовится новая версия продукта, в ней будут места крепления мышц, и в ней будет еще дополнительно несколько вариантов для преподавателя, например, взять ручку, чтобы нарисовать на объекте, подписать, выделить и так далее. Еще раз говорю, в новой версии продукта будет возможность использовать его на мобильных устройствах, на ноутбуках, ПК и так далее. Я вижу вопросы, давайте я потихоньку, собственно говоря, это... Вся презентация, она не может быть серьезной и долгой, потому что здесь, наверное, нужно видеть заинтересантов. Ну, давайте я отвечу на вопросы. Значит, можно ли распечатать тест? Распечатать самого атласа нет, потому что эта система внутренняя, она похожа на Moodle. Но мы сейчас будем систему менять, потому что у нас система сейчас своя. И у нас была идея создать именно, развернуть атлас на Moodle и с тем, чтобы данные потом попадали у вас в внутреннюю систему, в свой электронный дневник, чтобы у вас не было двойной проверки и двойного оценивания. Плюс мы хотим сейчас создать отдельно, в этом году начинаем, сборник ситуационных задач. Это возможность... студентам раздать, группе студентов раздать задачи, они их решают, вы их сразу видите, и у вас есть возможность каждое занятие всю группу проверять. То есть вам не нужно, и эта система будет делать за вас, вам не нужно будет просто заниматься отчетностью, вы сможете уделять больше времени самому занятию. Этот продукт не заменяет трупный материал, он эффективно используется в Сеченовке, в Питере, в Самаре, в Благовещенске, как продукт дополнительный. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, вот на этом слайде мои контакты, они также останутся у Анастасии, у организатора платформы. Я не прощаюсь, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, тогда большое спасибо. Я не задерживаю. Преподавателям желаю оставшийся отдых завершить чудесно и подготовиться к хорошему учебному году. Итак, спасибо вам, Вадим. Я думаю, если у нас появятся вопросы, мы их вам передадим. Да, я буду благодарен. Угу. Спасибо. Угу. До свидания. Хорошего всем дня. Спасибо. Всего хорошего.